Добрый день, дорогие друзья, товарищи, с праздником. Сердечно поздравляю вас. Здоровья, счастья. Я подготовил проект резолюции, вот нам необходимо ее принять. Осуществив в октябре 17 года пролетарскую революцию, Ленин и Великий Октябрь ликвидировали в России классовую эксплуатацию и корневые основы власти капитала. День 7 ноября вошел в аналоги всех мировых календарей торжеством и ярчайшим проявлением духовной силы русского народа, его вечного неодолимого стремления к справедливому и равноправному общественному порядку. Впервые в мире на равноправной основе было создано новое свободное национальное государство Союз Советских Социалистических Республик. Общество, где мерилом величия человека стали талант, труд и честное служение отчизне. Исток преобразования России из социально разобщенной и аграрно-крестьянской в передовое государство мировой системы хозяйствования с мощной экономикой, научно-техническим потенциалом и гарантированной социальной защитой каждого человека берет начало от 17 года. Горбачевская ельцинская клика, послушная американскому империализму на стыке веков, совершила контрреволюционный переворот, насильственно разрушая государство рабочих и крестьян. Она попыталась перевернуть сознание людей, стереть историческую память поколений. В настоящее время, вот послание краевому парламенту губернатора Ставропольского края Владимиров предложил в 2019 году в регионе объявить годом предпринимателя. Между тем, за последние два года количество малых предприятий в крае сократилось на 15%. Основными причинами сворачивания бизнеса сами предприниматели называют высокую административную нагрузку, сложность бюрократических процедур, банковский беспредел. В Ставропольском крае за период правления партии «Единой России» уничтожены сотни промышленных предприятий и коллективных хозяйств. Нынешние правители делают все, чтобы социальный разрыв продолжал расти. К этому толкает страну и структура нового государственного бюджета, сформированного кабинетом Медведева. На фоне массовой бедности и сокращения доходов населения продолжается развал государственных систем, медицины, образования, снижение планки уровня культуры и норм общественной морали. Многолетнее системное преобладание смертности над рождаемостью впервые масштабно поставило перед обществом демографический кризис как проблему выживания нации. Нарастание масштабных стратегических проблем – трагическая ошибка существующей власти вследствие ее ухода от опыта октября и сталинской программы развития. Действия, осуществляемые правящей партией и депутатским корпусом, враждебны интересам народа. Они ведут к разрушению базисных основ государственности. Коррупция, криминал, политические преследования, заказное правосудие стали нормой жизни. Факт рейдерского захвата совхоза имени Ленина, тотальное преследование кандидатов в президенты Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина являются тому подтверждением. Арбитражный суд Московской области на этой неделе взыскал с Грудинина 1 066 219 000 рублей. Таких денег у него нет, ни миллиарда, ни 100 миллионов. Естественно, что это правда, так как если бы у Грудинина на счетах лежали бы такие деньги, то суд и судебные приставы мгновенно бы установили, где они есть, и взыскали в бесспорном порядке. Так что не было бы смысла Грудинину обманывать на эту тему, а значит, денег таких у него действительно нет. Это к тому вопросу, который много задают о миллиардах Грудинина в России и на зарубежных счетах. Основной упор прошедшей президентской кампании делался именно на это. И именно через сообщения подконтрольных СМИ на федеральных каналах о, в кавычках, миллиардных счетах Грудинина использовались действующей властью с целью формирования в отношении Павла Николаевича негативного мнения в обществе. А в данный момент, как представляется, та же действующая власть руками лжепайщиков и подкупленных акционеров, невзирая на то, что все сделки были одобрены общим собранием, пытается довести начатое еще в 2018 году до конца, дабы установить контроль над совхозом. Только программа КПРФ способна вернуть России силу и могущество передовой державы мира, а народу достойную жизнь. Мы дорожим и бережно храним память о славных подвигах поколений. Предстоящий юбилей основателей государства социализма Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, великой победы над фашизмом и милитаризмом еще более сплачивают общество.
Они по праву являются знаковыми символами нового этапа борьбы за свободу и народовластие. Время требует от нас сплоченности и решительность действий в борьбе за право трудового народа. КПРФ укрепляет свою солидарность и единство с пролетариатом и народно-патриотическим фронтом. Нарастающая мощь протестного движения, наши общие победы на выборах законодательной исполнительной власти свидетельствуют о растущей востребованности в народных массах идеологии социализма. Идеологии, основанной на неразрывной связи с историей и великими традициями нашей Родины. Да здравствует Великий Октябрь, колыбель социализма и народовластия. Заветы Великого Октября и программу сталинских реформ в жизнь. Дню 7 ноября статус государственного общенародного праздника. Прекратить преследование Грудинина и коммунистов-управленцев. Пусть на земле отчизны шумят листвой обновленные парки и сады священной памяти народа, посаженные в честь предстоящих юбилеев. Как знак верности заветам октября, продолжение жизни и великих побед. Вместе мы победим. С праздником! Ура, товарищи! Ура!